Left or right? Галина Ивановна. А фамилия можно? Халаимова, это мой муж. По молодости. А сколько у вас там? Тяжело, конечно, что... Видите, мы война, без света плохо, вот вообще. Ни воды, ни света. Живем вот мужчину этом, мы не можем вот, вынести вот. На улице, он вот. Уже 4 месяца. Так что да, мы вот. Тоже уже 2 раза увидели, да. Второй раз видим. Но мы не хотим уезжать с этого города. Прекратится война, и тогда вот что-то будем думать, решать. Сейчас думать, когда вот так вот бахают, бомбят, это никаких не может прийти в голову решений, никаких. Почему не уехала? Потому что не хотят уезжать родители отсюда. Ну, они здесь родились, здесь вырастили нас, нянчили внуков. А теперь, ну, куда ехать? Зачем ехать? Здесь дом,